Привет, друзья! Сегодня я пришла вам прочитать очень короткую, но очень увлекательную сказку, которая называется «Лев и мышь». Лев спал. Мышь пробежала ему по телу. Он проснулся и поймал ее. Мышь стала просить, чтобы он пустил ее. Она сказала: «Если ты меня пустишь, и я тебе добро сделаю». Лев засмеялся, что мышь обещает ему добро сделать, и пустил ее. Потом охотники поймали льва и привязали веревкой к дереву. Мышь услыхала львиный рев, прибежала, перегрызла веревку и сказала: «Помнишь, ты смеялся, не думал, чтобы я могла тебе добро сделать. А теперь видишь, бывает и от мыши добро». Ну что, ребята, понравилось вам? Здорово! Спасибо за просмотр и не забывайте ставить лайк и подписываться на наш канал. А я с вами прощаюсь и говорю вам пока-пока!